Всем привет на канале Олег Нестеров в Брест. Сегодня у нас солнышко, хорошее настроение, как всегда, в принципе-то, да? И сегодня дядя Олежа вот уже отдал машинку, вот можете посмотреть. И решил съездить в камеру, там надо одну стеночку еще зашить. Там кое-что, может, покажу. В принципе-то ничего интересного, но люди уже немножко меня достали этим, говорят, что же там с камерой? Ну, пока денежков нема у дяди Олежа. Достраивать. Ну, а время вообще не хватает. Вот сейчас вырвался, машину отдал, вырвался. Сейчас съездим, посмотрим. Анекдот, значит, такой. Муж собирается на охоту. Ну, жена ему говорит, возьми меня с собой на охоту. Хочу, ну, сходить, посмотреть, что там да как-то. Да, ну, не берут баб с собой на охоту. Ну, возьми, ну, хочу. Ну, хочешь, поехали. Короче, поехали. Тут что делать? Короче, поставили в камыши ее. Говорит, короче, дали бредни. Короче, на, стоит тут. Ружье ей отдали, там, 2 патрона. Говорит, на. Короче, здесь вот карауль. Как на тебя лось пойдет, короче, ты, короче, валилась. А? Поняла? Поняла. Ну, я не знаю, что там лосей по жизни вообще не было. И ушли, короче, бухают на поляне. Там все уже выпили, все. Блин, ну домой пора. Говорит, блин, у меня же жена там на болоте на лося пошла. Ну давай. Приходят, короче. Картина маслом, блин. Стоит жена, короче, не, бегает жена. От нее мужик, короче, бегает. Она за ним бегает. Мужик там, ну думает, что за фигня, ближе подошли. А мужик орет. Да ладно, твой это лось, твой. Да, я только седло сниму, блин. Такой анекдот. И снова мы находимся на озере Мичиган, что в Белоруссии. У дяди Олежи свое озеро. Ну и наша станция. Немножко мы забросили это дела, но это все временно. Как только все наладится у нас, немножко время появится, то будем уже заниматься вплотную. В принципе, это вроде как сейчас и начали, но времени не хватает ни на что. Ну вот здесь стеночка у нас получается с таким небольшим косяком, надо будет под нее сейчас подгонять. Получается вот за этой ступени. Ну, мы сейчас вырежем полностью, как бы у нас ширина 110 получается от большего края. А потом эту часть вырежем как надо. Да, трубу эту решили переделать. И будет она у нас выноситься сюда, в угол, чтобы не мешало. И здесь также стыковаться. Потому что решили, что так неудобно будет и стоит помучиться. Дабы исправить положение. Ну, это как бы мы вырезали такую хитрую форму. Сейчас с обратной стороны приложили другой лист. И вырежем еще такой лист. Вот как видно, да? Такая форма нехорошая. И снова интрига. Скоро дядя Олежа будет вот такую фигню красить матиза. Ну, цвет надо подобрать под эту. Вот Виталя прислал мне под цвет машины, но саму базу тоже буду переделывать. Так что ждите, скоро будем красить с блесками, с ксераликом матиза. Так, все, теперь нам надо не так, а как бы ее подойдет. Так, так, так. Сюда вот засунем. Так мы ее засунем. Не подвинем. А что не подвинем? Ты геометрию учил. Это что такое? Ага. Мы его не ушли, это кабель. Ну да. Ну хотя нам надо еще чуть-чуть приподнимать. Я не до пола делал. Все к стенке? К стенке. Ну, надо приподнимать его. Тут еще немножко потом подпенить придется. И как бы сейчас мы это все оденем. Потом вот такую перекладинку приварим, чтобы прикручиваться можно было. И таким образом вот запеним. Здесь уже пену можно срезать.
и второй лист положить. То есть все здесь герметично, как бы вот это по стуку посмотреть. Здесь еще один у нас аппаратик, тоже, кстати, неплохой. Здесь баллоны. Ну и как-то так все это будем делать потихонечку. Как бы ворота уже зашиваются. Ну, небольшой как бы отчет, я думаю, все-таки провел. Я даже чуть-чуть зашел. На 20 минут и подделал камеру, чтобы дело как-то немножко двигалось. Сейчас мы Давыда оставим ковыряться с ней дальше. Вот как видите. Мичиган нашего. Ну, еще как бы у нас вот здесь вот забор воздуха, да? Но мы решили вот в этом месте, в этом колене, сделать еще один раструб. А здесь у нас, ну, как бы будет колено и заслонка. То есть летом мы открываем, у нас будет приточка отсюда подаваться, да? Воздух высасывать. А зимой она будет из цеха сосать, ну, и гнать через... Короче, цех, чтобы было теплое. Запутался уже, да, чтобы теплый воздух был. То есть она у нас будет брать с цеха теплого. Цех как бы будет отапливаться. Либо котел, либо там поставим 3 сплит-системы и пусть греют нахрен. Ну а на сегодня все. Как я говорил, особых там перемен нету. Ну и на посошок, как всегда, расскажу уже. Анекдот. Магазин, стоит очередь, овощи. Ну и одна женщина, огурцы покупают, да, огурцы лежат. Одна женщина говорит: ой, дайте мне вот тот, что подлиннее. Ну, пожалуйста. Вторая: ой, а мне, пожалуйста, вот с пупырышками можно? Да можно, пожалуйста. Третья подходит: ну, а вам какие? Ай, мне все равно, мне на салат. Такой анекдот. Ну, вот вроде все, видео такое более ознакомительное было, да? Хотелось пожелать всем здоровья, крепкого, сибирского, настроения, бодрого, веселого, птичек вот таких, чтобы пели. Ну и, конечно, добра и бабла, правильно?